Красота, да и только. Вот так над Магнитогорском летят самолеты. И после того, как мы открыли небо, самолеты летят за рубеж. В принципе, вы сможете смотаться в страны далекие и разные. Но после 50 перелетов вы можете посчитать вашу сумму. И это минимум 8 лямчиков. Неплохо пролетали, а как детки-то, а? И это хорошо, когда есть солидный автопарк, дома и квартиры. Но не у всех такое присутствует. Это я про магнитогорцев. К слову, если внимательно посмотреть, то это явно не тот город, из которого хочется валить то. Да, город металла, но для металлургов есть все. Нет, не все, а вы посмотрите на аквапарк в полном цикле. Такие есть не во всех областных центрах. А есть еще и зима, и хоккей. Что вам не в радость? Так вот, радость и недорогая для вас. К слову, город что-то растерял качество. Качество питания, естественно. Объясню почему. Ценники, господа мои. Но в аквапарке с ценой все в порядке. Потому что это цикл для вашего удовольствия. Дорого это или нет? А мы проверим. Проверим, где естественно. В ресторане. Или вы думаете, что ресторан это дорого? Но, господа мои, тут рядом другой. Ресторан быстрого питания. Вот то, что для меня вкусно, там 700 рубликов выходит. Так, чтобы я поел более или менее достойно. А сегодня мы поговорим о бизнес-ланчах. Ланч сверху меня реально порадовал. Да, господа мои. Да, господа мои. Куда мы пришли? Ресторан «Лагуна». Замечательный комплекс. Аквапарк чудес. Водопад чудес. Все вообще очень красиво и замечательно, да? И вот эту штуку вы можете вкусить в и на Новый год. Мы сделали не самый дорогой вариант, хотя можно было и дороже вариант сделать, но вот это то, что должно быть. Потому что, а кстати, почему вы сюда еще не пришли? А давайте вы сюда зайдите и покушайте. Попробуйте покушать вместе со мной, для того, чтобы понять. Ощущение того удовольствия, которое есть, оно очень крутое и качественное удовольствие. По одной простой причине, если честно, я во многих, практически во всех ресторанах, кстати, да, практически во всех, ну, может быть, два ресторана, в которых я не вкушал в городе, существует, а так я вкушал во всех ресторанах города. Но, вы знаете, я немножко на себя, естественно, косякну. По одной простой причине, Ну, не везде хорошо готовят, не везде. Но в некоторых ресторанах, а вот в них-то я и не рассказывал, потому что, ну, как-то мне не сильно там понравилось. Еда была не вся вкусная. Нет, не вся вкусная еда была, да. А вот здесь, ну, по крайней мере, который день, я вкушаю то, что должно быть. То, что передо мной, салат, витамины и грудка куриная, там, со всякими штучками. То есть, по сути событий, это не сильно дорогое удовольствие, ну, если честно. То есть, салат, витамины делается, ну, хотя тоже работа идет. Это обыкновенный салат. Но, в прошлом сюжете я вам рассказывал. Потом... Что необходимо попробовать? Первоначально, конечно, солянка. Солянка была, ну, просто. Я такую, конечно, могу приготовить, но это сложно. Очень сложно. Тем более, моя солянка – это не дешевое удовольствие. А второй, самый простой салат. Берите везде все до витамины. И после этого, сейчас я расскажу эффект послевкусия. То есть в эффекте послевкусия вся, точнее весь аромат лета присутствует, потому что это и есть витаминный салат, сделанный из того, что вы выращиваете летом. Но на улице на что? На улице ноябрь месяц, 24 градуса сегодня. Камеру как притушил, я понять не имею. В салате витамином. Вот, кстати, что мне здесь больше всего понравилось,
тоже дополнительно. Он украшен листами петрушки, салата. Огурчика и замечательного помидоров. Вот это тот самый салат. После вкушения которого начинаешь понимать. То есть это все не стоит слишком больших денег. И вот на такое блюдо может претендовать и пенсионер. А почему нет? Давайте зададим вопрос. То есть у нас в скором времени Новый год. Куда вы ходите, сколько денег вы тратите? Ну, если честно, за свои так 46 или 47 год жизни я покупал продукты питания где-то из разряда 6 лет. Ну, то есть, грубо говоря, 40 лет я хожу в магазины. Оно и раньше стоило-то недешево, а и сейчас сколько стоит? Другой вопрос. Все, что вы приготовили, вы за один вечер съедите? Я очень в этом сильно сомневаюсь. То, что вы потратили бешеное количество денег, может быть, на следующий день еще неплохо, но через 2 дня это уже не то. А все это дело, если рассчитать и вернуть в обратку, то, в принципе, сюда войдет качественный отдых в ресторане «Лагуна» или в замечательном другом месте, в котором пункт номер один музыка очень долго работает. Вот. На 3-4 дня. То есть думайте, господа, прежде чем вы свои деньги тратите. И лучший мой вариант прийти сюда. К слову о том, что после этого дела я хотел бы очень вкусить второе блюдо. Тоже из разряда не самых дорогих. Вот оно. Вау, круто. Да-да-да-да-да-да, возвращаясь на круги свои, а? Вот это передо мной, еще раз скажу, что это куриная грудка, запеченная с сыром. Кстати, не такое большое уж удовольствие, да? Чтобы это можно было себе позволить каждому. Можно это сделать спокойненько. Человек картофель. Запеченный. Я просто пока перемещался, я переговорил с людьми. Вот. А люди говорят, просто они сюда пришли на бизнес-ланч. Хороший, качественный бизнес-ланч. Мне специально так чуть-чуть уменьшили цветовую характеристику, потому что бизнес-ланч, да, в любом случае, чем хороши вот эти рестораны, да? Потому что цветовая температура чуть ниже. Вы получаете удовольствие не только от еды, а от общего состояния. Да, это очень вкусно. Я решил попробовать то, что может сделать любой человек. Но в прошлом своем сюжете, в первом своем сюжете, помните? Как бы я бы сказал, много хороших слов об этом поваре. Много-много хороших слов. Не надо плохие слова. Но. Если честно, я небольшой любитель курицы вообще. Но курица, приготовленная здесь, вот так вот запеченная, с сыром, это я считаю, из того, что я ел, это идеал. Ну, да как? Ну как? Сейчас, секундочку. Первоначальные мои эмоции немножко в сторону отойдут. А я сейчас проверю. Еще на разочек. Я всем рекомендую. Просто всем рекомендую. Вот то же самое заказать. А потом подумав, что где-либо вы бы смогли бы так покушать, подумайте, господа, подумайте. Так вот, товарищи, которые мне сказали, что цены такого бизнес-ланча в других
городах стоит в 2, в 3, а то и в 4 раза дороже. При этом по уровню и качеству обслуживания мы находимся на лидирующих позициях. Это не я вам сказал, это я просто передал. Но я так понимаю, что у меня не совсем бизнес-ланч. Да, вообще просто от винта. Честно. Такой бизнес-ланч, такой качественный обед, такой качественный ужин. Это для кого? Да для вас с вами. Для нас, естественно. Мы сюда приходим, заказываем, получаем идеал по качеству. Ну, если кто-то делает, то хорошо. Если вы сильно хотите, то я и про вас сделаю материальчики. Но я никогда не вкушал грудку куриную с таким чувством. Ну, хорошо. А если вы, допустим, пришли бы сюда с детям, с ребеночком своим, вы здесь кушаете, да? А что может делать ваш ребенок? К слову, а вы забыли, да, что у меня тоже есть ребенок? Так вот, пока я кушаю, давайте узнаем, что он делает. Если все это дело мы соберем вместе, то, в принципе, я не думаю, что вам вообще-то куда-то нужно будет ехать. Потому что, собрав и обнаружив, оказывается, что... Сейчас, подождите, не торопитесь. Мы берем какой-то, ну, самый крутой навороченный, да? Это не дешевое удовольствие, мягко так скажем. Хорошо, вернемся до круги своя. Берем среднюю пятерочку, да, 10 дней на одного человека. Если сильно вам удастся, еще 1050 отдохнуть. Если сильно вам это еще не дело удастся. Я предлагаю на 10 дней взять те самые 50 тысяч рублей и куда сходить? Да ходите в наш аквапарк. Да, сходите, покушайте здесь, покупайтесь и подумайте, а есть ли смысл куда-то лететь? Потому что это уже не будет с этим столом сказано. Кое-что я купил прямо рядышком с аквапарком. Там у нас центральная городская ярмарка есть. Недалеко, если честно. Я по прямой с аквапарком. Метров, наверное, 600 пройдете. И одежда там по такой же цене, как в Турции. Поверьте мне, господа мои. Ценники для всех. Вы не поняли, это комплекс именно ваш. Чтобы вы поняли, как можно, просто попросите, и вам покажут большее качество. Вместе, наверное, лучшим. Музыка, удовольствие, центр города и работа каждый день, а не банкетные залы, в которых мне почему-то не нравится кушать пищу, как и в больших ресторанах тоже. Теперь о другом бизнесе. Бизнес-ланч в Блинной. И вот меня попросили об этом поговорить, да? Про бизнес-ланч. Почему нет? Что такое бизнес-ланч? То есть бизнес-ланч, в моем понятии, это грибной супчик. Это замечательная котлетка и макароны. Да. И все это стоит 130 рублей. То есть, давайте определимся о другом рядом располагающемся мероприятии. Это называется магазин, ну, в смысле, не магазин, это ресторан называется. Я люблю Макдональдс. Но не все я в Макдональдсе могу кушать. Потому что, представляете, да, там есть определенные вещи, которые, ну, не хотелось бы перекусить. То. Теперь разберемся. Насколько... Вот примерно то же самое, там это называется один Биг Мак. Я не против самого Биг Мака. Мало того, как бы я любитель Биг Мака большего. То есть я беру Биг Тейсти. Это немножко других денег стоит. Это уже 230 рублей. И тогда еще можно как-то перекусить. Возникает вопрос, как я буду там перекусывать. То есть, если я хочу и делаю в Макдональдсе перекус такой качественный, то это минимум 500 рублей. Дешевле не получается. Здесь же, во-первых, размеры достаточно большие, скажем так, хороши большие размеры. И вкус. К слову про вкус. Мы сегодня вам показали этот вкус. Я так понимаю, что такой же вкус, он может быть и здесь. Давайте попробуем. Что я сегодня попробую? Я сегодня попробую. Я сегодня попробую грибной суп.
Обычно я беру вот эти штучки, чтобы добавить. Сегодня, сейчас я ничего добавлять не буду. Потому что, а вы попробуйте, просто придите сюда. Аквапарк «Водопад чудес» на первый этаж и попробуйте вот это блюдо. И я вам честно скажу, это блюдо просто изумительное. Горожане мои, те, кто ездит в магнитку, рано или поздно мой канал на YouTube вы посмотрите. С такой ценой и с таким качеством можно рассчитывать и на пенсионеров. Не поняли? Пересчитаем на калькуляторе. Можно в магазин-то и не ходить. Два раза в отличные блины и всего 6 тысяч рублей. Это много? Да нет, не мусор выносить, а какие блюда то. Вы часто готовите? Или ваш бывший бизнес и это либо комбинат, либо банки? И там только работа. А удовольствие где? Да где? Да здесь же. То есть аквапарк рассчитан на всех. На всех, от бизнесменов. И для тех, кто хочет реальное качественно отдохнуть. И на пенсионеров тоже. Все, все, все для вас. К слову о том, что нет смысла готовить. Для вас есть все. И работа, и отдых. Не круглые сутки, но до последнего клиента. В смысле, в местах лучшего отдыха. В том месте, где праздник может заполниться надолго.